Полезный город. В серии наших программ мы с помощью экспертов даем кировчанам ценные профессиональные советы о том, как действовать на рынке недвижимости, к специалистам какого профиля и с какими вопросами можно и нужно обращаться. В нашей студии Марина Молчанова, брокер риэлторской компании «Регистрационное бюро». Здравствуйте, Марина. Добрый день. Сразу же прямо с азов, да? Кто такой ипотечный брокер? Ипотечный брокер – это ваш личный представитель в банках при получении ипотеки. Задача брокера – подобрать максимально выгодную ипотечную программу и правильно оформить документы для заявки. Цель – сэкономить вам время, деньги и увеличить шансы на получение кредита. Брокер владеет всей актуальной информацией по предложениям банков на рынке, где, какие ставки, какие условия, выгодные предложения, акции. В общем, даст оценку, какой банк максимально подойдет под ваш запрос. Далее брокер правильно сформирует заявки, учитывая, какую именно информацию и в какой банк стоит предоставить. Плюсы сотрудничества. Это снижение процентной ставки за счет договорных отношений с банками, возможность отказаться от оплаты дополнительных услуг, ускорить либо упростить регистрацию, а также брокер имеет возможность существенно сократить ваши расходы по оформлению страховки. Все вместе повышает ваши шансы на положительный результат и дает неплохую экономию и времени, и средств. Какие сейчас условия по ипотеке? Сейчас условия по ипотеке очень даже комфортные. Процентные ставки рекордно низкие. Новостройку, например, можно оформить под ставку от 0,1%. На вторичном рынке ставки начинаются от 7,3%. При наличии субсидий оформление возможно, например, без первоначального взноса. Много программ поддержки и субсидирования от государства. Для молодых семей, для семей с детьми, приобретение новостроек у застройщиков, так называемая программа господдержки 2020. Есть программы получения кредита без подтверждения дохода, либо возможность подтвердить доход справкой по форме банка. Актуально сейчас и очень востребовано рефинансирование, то есть ранее выданные ипотеки под 12-14%. Сейчас можно переоформить и существенно снизить платежи. То есть если у вас нет проблем с кредитной историей, ипотеку взять более чем реально. Например, однокомнатную квартиру можно купить в пределах 1 300 000. Минимальный первоначальный взнос при такой стоимости квартиры будет составлять 130 000 рублей. А сумма кредита получается примерно 1 170 000. То есть средняя ставка 8,5 на 20 лет. Получаем ежемесячный платеж чуть более 10 000 рублей. То есть цифра вполне сопоставима с расходами по аренде примерно такой же недвижимости. Существенное отличие. Оформив ипотеку, платить вы будете не за чужое, а за свое жилье. Да, выбор за вами. Спасибо большое Марине Молчановой, брокеру риэлторской компании «Регистрационное бюро». Марина, скажите, пожалуйста, а за живыми консультациями специалистов регистрационного бюро как обращаться? Куда подходить? Город Киров, улица Спасская, дом 8. А записаться на консультацию можно по телефону 77 80 19. Полезный город.